Нигерийцы против иорданцев в битве дворовых команд. В Донецке прошел турнир памяти выдающегося футболиста и тренера «Шахтера» Николая Головко. 8 лет назад он скончался прямо на футбольном поле во время матча ветеранов. Турнир этого сезона объединил 40 любительских команд. Победителей видела и Оксана Витер. В финале турнира футболисты Горгаза и команда пролетарского района с экзотическим названием «Нганга». Ее капитан, экономист Сергей Бубнов, в футбол играет в своем дворе после работы 3 раза в неделю. Аматоры добились определенных успехов. Кубок турнира завоевывали уже 2 раза. Это страсть, азарт, это драйв, кайф. Это очень интересно и очень после победы приносит позитивные эмоции. На соседнем поле свое первенство оспаривают команды «Диаспор». В финале сошлись студенты из Иордании и дебютант турнира «Нигерийцы». Спортсменов собирали из 3 вузов – педагогического, технического и медицинского. Иорданцы считают себя опытными участниками турнира. Тем не менее, опасаются жесткого стиля игры соперников. Если честно, вот это команда «Донбасс Иглс». Потому что, если знать нигер, как они жестко играют, можно сказать, что есть у них профессиональные тоже игроки. От желающих принять участие в турнире нет отбоя, говорят организаторы. Начинали с 8 дворовых команд, теперь же их количество возросло до 50. Таких дворовых команд очень много. И они сами по себе, понимаете. А узнав о нашем турнире, они заявили большое желание участвовать в таком турнире. В этом году участие в турнире имени Николая Головко приняли более 500 человек. В итоге золото среди команд «Диаспор» завоевали нигерийцы. А в молодежной лиге победителями стали футболисты Горгаза. Оксана Витер, Николай Добрянский, телеканал «Донбасс».